Намами Ганге Тавапад Панкаям Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаванурупена Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобама Бхагам Нараяно Прияманга Мадапухарам Баранаси Бурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасья Бадани Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасястиде Самбихи Твам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Сутаса Пунгсам Сучира Самасья Нанджо Сасури Виртартха Таттад Гунана Сабанам Мукунда Падара Винда Хидейшу Ешам Сутаса Пунгсам Сучира Самасья Нанджо Сасури Виртартха Таттад Гунана Сабанам Мукунда Падара Винда Хидейшу Ешам Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакупатто Гауди Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакупатто сказал, что до тех пор, пока мы не утвердимся в Гуру Таттве, мы не сможем даже начать баджан. И до тех пор, пока мы не утвердимся полностью в Гуру Таттве, мы не сможем начать Харибаджан. Харибаджан невозможен, если мы не утвердились полностью в Гуру Таттве, без так фундаментально утвердились. И какова же причина за этим? В нашем баджане мы должны помнить, что без самбандхагьяны мы не можем совершать харибаджан, и самбандхагьяна мы обретаем от Гурупад Падмы, от Дикшагуру. И вот если у нас нет самбандхагьяны, то как мы можем начать баджан? Даже в этом материальном мире мы можем наблюдать, если у нас есть какие-то отношения с кем-то, кто-то мой отец или наша мать или еще кто-то. И в этом случае мы можем получить вдохновение служить, например, кто-то наша дочь или сын, то у нас есть, естественно, вдохновение служить им. И вот в этом суть, в этом материальном мире Майдеви организует так, что у нас какая-то материальная самбандхагьяна, знание о наших отношениях с какими-то родственниками и прочими. А в том трансцендентном мире мы должны развить апракрита самбандхагьяна. Если у нас нет этой апракрита самбандхагьяны, то у нас не будет вдохновения служить соответственно. И вот не утвердившись в Гуру Таттве, не обретя самбандхагьяну, мы не сможем начать настоящий харибаджан. И вот та шлока, с которой Махарадж начал, она из Бхагаватам. Если мы будем изучать веды Ведан, то мы будем таким образом обретать знания, будем заняты день и ночь изучением этих писаний, обретением знания,
а это знание, оно не, может быть не быть осознанным. Может, мы станем каким-то ученым по этим писаниям, но если мы не обретем милость Гуру, то осознание всех этих писаний, оно не сможет затронуть наше сердце. И вот если мы будем изучать санскрит Панини Вьякарон, его учат обычно лет 15, то есть достаточно долго, и иногда то есть кто-то изучает Писание, уже получил посвящение, кто-то не получил, но они все же такие люди изучают Упанишады, Веду, Веданту и прочее. Они пытаются как-то обрести духовное знание, но духовное знание таким образом не обретается. Однажды Придхирад Шарма, очень известный ученый в Индии, он преподавал Веды, а Шрила Прабхупада, он когда-то был его учеником в студенчестве. И вот Махарадж написал книгу «Чатрадыр Бимала Прасад» на Бенгалина. И вот в то время Шрила Бхактивинода Тхакур отправил его изучать Веды и прочее от этого Придхирад Шармы. И однажды этот Шарма сказал, что нам нужно всю свою силу посвятить изучению Вед, и тогда мы станем великими пандитами. А Шрила Прабхупада ответил ему, что это это не цель моей жизни стать пандитом Вьякараны или Веды. Я хочу знать все, но мне нужно совершать Харибаджан. Это моя цель. И что же делать-то в этом случае? И вот Шрила Прабхупада сказал, что его обязанность совершать Харибаджан, а не посвящать всю жизнь изучению Вед. И вот эта шлока, с которой начал Вишванат Чакравати Пат и Шрила Прабхупада. Там вот в предисловии к Бхагаватам, которое написано Шрила Прабхупадой, там говорится, что если мы будем изучать Веды, Веданты, Упанишады долгое время с целью обрести духовное знание, но таким образом мы не сможем обрести его. И что же делать? Вы просто потеряете свое время. И божественное знание, оно таким образом не обретается. И какой же путь тогда, я сказал, что долгое время мы так будем пытаться обрести какое-то знание из Писания. Но лучше, если мы сможем что сделать. Те великие возвышенные саду, внутри их сердец Верховный Господь, он заключен там. Верховный Господь находится внутри их сердец. И такие возвышенные саду, если мы сможем, у нас будет возможность прославлять их имя, положение. И вот как сегодня у нас есть возможность воспеть славу Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. И таким образом иногда у нас есть возможность воспеть славу Шрилы Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа или
Кешава Госвами Махараджа и других великих вайшнавов, и таким образом шастры, они советуют нам. Вот слово «сучиро» там есть, это значит, очень долгое время мы можем посвящать изучению веданты, упанишат и прочего. Но лучше, если мы будем служить лотосным стопам такой великой души, великого преданного, внутри сердца которого есть сам Кришна. Почему Кришна, он может отдохнуть в сердце преданного, хотя Кришна пребывает в каждом сердце, он везде сущ, но и вот в форме параматмы Кришна пребывает в сердце каждого. Даже внутри этих насекомых и всех остальных живых существ, но почему в киртане говорится, что почему Кришна может отдохать в сердце преданного, настоящего преданного, а не в сердцах обычных людей, а потому что в сердцах других разных людей разные желания, и вот их это желание, их желание, они беспокоят Кришну, Кришна, и поэтому Кришна хочет найти какое-то чистое место, подобное сердцу чистого преданного, как, например, этот сын, не сын, муж дочери Сарвабхаума Бхаттачари, он был очень завистлив, и он всегда пытался критиковать Махапрабху. И такое правило, когда если какие-то гуру вайшнавы принимают прасад, смотреть за этим нехорошо. Или Бхагаван, или какие-то великие преданные, но в сочетании Махапрабху на себе не говорил, что он Верховный Господь, его воспринимали как саду. Но все же Сарвабхаума Бхаттачари, он хотел сделать так, чтобы он принимал прасад в уединении. И в этом случае он а этот муж его дочери, он залез как-то в окно и смотрел, что тут саньяси, а так много ест, начал критиковать его. И Сарвабхаума Бхаттачари взял палку и пытался отлупить этого родственника своего, но он успел убежать. И Сарвабхаума Бхаттачари пришел, его жена, они начали жалеть, что начали плакать и жалеть, что допустили такое, что их родственник так ведет себя. Махапрабху их успокоил, чтобы они не плакали, что ничего страшного, но все равно Сарвабхаума Бхаттачари и его жена не постились следующие два дня. И вот Махапрабху узнал, что Сарвабхаума Бхаттачари и его жена два дня уже постятся, и даже ничего не пьют. И Махапрабху пошел к ним и попросил, чтобы они начали принимать прасад и закончили свой пост. Но потом этот их родственник, который оскорбил Махапрабху, заразился холерой.
и был на волоске от смерти, и тогда Махапрабху тоже узнал об этом и пошел и прикоснулся к нему и сказал: «Сахаджи нирмал эй брахман хидай, мастер чандал кену иха пасайла, повитто стан кену аповитто гале маслан бенгали». И вот он сказал такие слова на бенгале. Мы должны... Вайшнавизм — это гораздо выше брахманизма, но для начала у нас, чтобы начать баджан, мы должны обрести брахманские качества относительно физической и ментальной чистоты. И наше поведение, оно тоже должно соответствовать этому. И вот брахман, имеющий 12 качеств брахмана, но если у него нету Кришна Бхакти, то все это бесполезно. И вот брахман, значит, естественно, у него есть Кришна Бхакти. И это не естественно, если какой-то брахман не имеет преданности Кришне. И вот в этой шлоке говорится, что даже те швапачи, которые раньше ели собак, но впоследствии, если они обрели Кришна Бхакти, то они лучше таких брахманов. То есть 12 брахманических качеств, они должны быть у Кришна Бхакт, у Кришны, его преданных больше качеств, естественно, но, по крайней мере, эти мы тоже должны иметь. И в сочетании Чайтамрити говорится, что не только у преданных может быть 12 или 26 главных качеств, а о Шиле Бхактивинода Такуре Кешав Госвами Махарадж он говорил. Он говорил, как все эти 26 качеств, они полностью проявились в жизни Шилы Бхактивинода Такура. И вот там Махапрабху говорит, что сердце брахмана, оно обычно чисто. И почему? И почему ты допустил зависть в своем сердце? Зачем ты пригласил зависть в свое сердце? Поскольку это прекрасное место для Кришны, чтобы... Поскольку нужно призвать Кришну в свое сердце вместо зависти. И вот это Махапрабху сказал такие слова. И вот Махапрабху спрашивает, зачем ты позвал этого чандала, которого олицетворяет собой зависть, в то чистое место, где должен быть Господь. И вот и впоследствии этот, он благословил его, и этот родственник Сарвабхаума Бхаттачарья, он избавился от этого оскорбления. И вот в сердце преданного вайшнава, чистого вайшнава, все качества Кришны, они проявляются не только 26 главных качеств, но и все остальные, но
Джива Госвами Пад и Вишванат Чакравати, когда они объясняют этот стих, это не значит, что преданный может начать творить вселенные, и еще какие-то есть особые качества, которые есть только исключительно у Кришны, и никто, кроме него, не может их иметь. И вот кроме этих нескольких качеств, кроме вот способности творить вселенные, совершать Расалилу и еще какие-то эти качества, они исключительно зарезервированы для Кришны. Как, например, способность совершать Расалилу только Кришна может. Не Рама, не Нарисимха, не Вамана, а исключительно Кришна. И когда Кришна является, то все аватары, они в нем уже есть. Но когда Кришна совершает Расалилу, то все аватары, они выходят из него. Кришна, он становится един, один. Вот во время Расалилы все другие аватары Кришны, они уходят из Кришны. А в другое время они находятся внутри Кришны. Но Кришна Пурнавасту, и если эти аватары ушли из него, то Кришны меньше не стало. И также Кришна, он никогда не убивал никаких демонов. И все демоны, они были убиты не Кришной, а Вишну. И вот внутри сердца преданного все качества Кришны, кроме некоторых особых качеств, они есть. И вот суть в том, и вот как это возможно? How it is possible, you see, those common devotees, что обычные преданные, common people, common people, they have actually, common people, they have all different kind of desires. У них есть различные желания внутри их сердец. И поэтому Кришна не чувствует себя удобно там. Но внутри сердец чистых преданных Кришна может спокойно находиться. Хотя Кришна, смотрите, в сердцах всех, но почему говорится, что Кришна именно в сердцах преданных чувствует себя удобно. И вот относительно этого я могу привести пример, который дан Шрила Прабхупаде. Почему Кришна не чувствует себя удобно в сердцах других? Я могу пример привести, данный Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупада говорит, например, какой-то преданный, он готовит параману из настоящего молока индийских коров. И вот такое организовали такое молоко, даже без воды. И потом взяли рис Говиндабхог с прекрасным ароматом и особое ги. И вот потом и сахар даже используем такой достойный, не белый сахар, как сейчас, а такой какой-то коричневый или красный сахар.
И потом эта парамана предлагается Кришне, и потом преданные принимают прасад, мы вот раздаем эту параману. И вот когда преданные начинают есть эту параману, начинают плеваться. А почему? Парамана вроде как хороша, но там песок. Ну, бывает такое, что вместе с рисом песка насыпают, такого белого, крупно-зернистого, что вроде как на рис очень похоже. И вот парамана вроде как прекрасна, но насладиться этой параманой тяжело, поскольку она с песком. И вот так называемые преданные и непреданные, про непреданных я не говорил, вот такие как бы не совсем настоящие преданные, если их сердца полны камы, всяких желаний и наслаждения, то Кришна не чувствует себя удобно в их сердец. А Кришна может чувствовать себя хорошо в сердце таких преданных, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж. И вот в сердцах таких возвышенных душ Кришна, он чувствует себя по-настоящему удобно. И вот если мы будем прославлять имя и славу чистых преданных, это более эффективно, чем изучение вед, веданты долгое время. Много практических примеров. Те, кто не изучает веду, веданту и прочее, но они совершают гурусеву, любят гурдева, и Кришна доволен ими. Я могу показать, некоторые люди даже не очень образованы, но они все равно знают Сиддханту. И вот смотрите. Те, кто прославляют имя и славу чистых преданных, они более эффективны. Их баджан более эффективен, чем изучение веды, веданты и прочего, поскольку так гораздо проще обрести милость. Вот мы прославляем саду-сангу. Мы всегда прославляем вот эту шлоку о саду-санге, но мы также должны доказать. Вот это прекрасный шлок, мы должны помнить ее, и что говорится здесь. Because all 14 worlds you are running according to our activities now you. И вот мы скитаемся по всем 14 мирам сейчас. Вы получили человеческое рождение благодаря своему сукрити, но мы не должны рисковать. Если мы получили возможность в этой жизни, то мы должны посвятить все усилия ради достижения наивысшей цели. Как вот в предыдущий день я говорил о том, что Шринивасачарья, он подобен второму телу Гауранге. Вот в этой шлоке. Говорится, что до тех пор, пока мы не разобьем огромную любовь к Гуру и Вайшнавам, то мы не сможем развить настоящую преданность. И вот Шринивасачарья говорит, что Srutai, Srutai means Ved, Vedanta, everything, you recite everything. You have hearts, but still no bhakti can touch your heart. Because bhakti is param satantra. Bhakti is not for the... Мы можем изучать Веду, Веданту, но
Бхакти мы не сможем обрести. Бхакти обретается через каких-то вакт. Преданность мы можем получить только от настоящего преданного через этот авторитетный канал. Так прямо, непосредственно от Кришны мы не сможем получить бхакти. И вот Махарадж написал одну статью о Веданта Татве и Гуру Татве и Вьяса Пуджа на Бенгале. Эта статья была. И вот там очень прекрасное объяснение по милости Гурудева и Шилы Кешава Госвами Махараджа. Она в Гаудия Патрике была опубликована, это в Девананда Гаудия Матхе. И вот таким образом здесь говорится, что... Что бхакти, оно нейтрально, оно распространяется через чистых преданных, и нет никакого способа, как обрести связь с Верховным Господом и без преданных. Вот система такова, и вот сомнения возникают у тех, кто изучает санскрит. Они могут спросить такое. И вот первая причина и следствие. И вот если нету причины, то и последствия мы не сможем видеть. Например, кто-то дал нам молоко, если будем пахтать это молоко, то масло можем получить. То есть в молоке есть способность превращаться в масло при пахтании. Но если мы будем пахтать воду, то несмотря на любое время пахтания этой воды, масла там не будет, поскольку потенция получения масла из воды нету, то есть нет такой возможности. И вот когда мы что-то говорим о причине и следствии, правило таково, что вначале мы должны сказать о причине и потом о последствии. Причина она первична, а последствия этой причины вторичны. Вот это вот седьмой падеж в санскрите, вот в этом, в этой шлоке. И вот сначала, а почему здесь сначала последствия, потом причина приводится. И вот Вишванат и Джива Госвами, они объясняют, почему здесь наоборот, сначала последствия, потом причина описывается. И вот Вишванат Чакравати говорит, это потому, чтобы показать нам. Действие без имеется в виду обычно между какой-то причиной и следствием какое-то время проходит, а здесь это сразу мгновенно происходит. И то, что говорится в Писаниях, это истина. Если мы предались полностью, то и плоды этого самопредания, они сразу наступят, естественно, если мы по-настоящему предались сегодня. Это показывается, как только мы обретаем саду, то тогда мы освобождаемся. Естественно, при этом нужно иметь настоящий саду даршан. Настоящий такой даршан саду.
что такое садхудакша. Согласно Писаниям, мы должны видеть Вани Сварупу, этого саду, то его учение, и тогда в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится. Шрила Бхактивинода Тхакура дал пример Джива Дхармы, что Вайшнава Дас был Майявади раньше, он был великий ученый, много людей приходило к нему, чтобы учиться у него, но этот великий ачарья, он однажды увидел чистого Вайшнава, который воспевал Панчататву. Он играл на караталах, шел и пел эту панчататву мантру, иногда падал от экстаза, потом вставал и опять дальше шел. Как Бхагаватам в этой шлоке говорится, что если мы обретем настоящее бхакти, то мы как будем похожи на какого-то пьяного человека. After they can walk properly, you have to play here, there. Those who are having this kind of bhakti. So that devotee has been вот такой преданный, у него было огромное бхакти, и вот он и пел, плакал и шел по дороге. И этот Майвади, он в своем сидел в своем баджан кутире. They make nice small kutia, bhajan kutia. Actually, from outside if you see, it is made of mud and cow dung, but not that. It is just cement. Вот в Аманрете есть какой-то ашрамайвади, там эти маленькие бхаджан кутиры. Они внешне выглядят как будто из навоза и глины сделаны, но они цементные, просто сверху обмазаны навозом и глиной. Ну, то есть это на показ сделано, такого научного отречения у них нет, просто имитация какая-то, но поэтому можно судить о размере. Это Баджан Кутира Ратава Майвати. И вот этот преданный проходил мимо Баджан Кутира этого Майвади. Он увидел его буквально на какую-то часть секунды и подумал, что какой великий преданный, нужно хотя бы встретиться с ним, поговорить. Но потом он вспомнил, что он великий ачарья, у него десятки тысяч учеников. Если он пойдет за ним, что люди подумают? И вот он так сидел и сомневался, идти или не идти. И вот так он пока думал, потом решил все-таки идти, но было уже слишком поздно. Но когда он решил, что нет, нужно пойти и встретиться с этим преданным, но этот преданный уже завернул в какую-то улочку. И вот в этом Варанаси там множество улочек, это один из старейших городов, там много всяких улочек. Как во Вриндаване, если какую-то завернуть, то потом тяжело найти уже. И вот этот Майвади, он начал жалеть, что слишком долго думал, не смог встретиться с этим саду, но смотрите, ту часть секунды, когда он увидел его, когда тот проходил мимо его двери, этого было более чем достаточно, вот, согласно этой шлоке Лавамантра Саду Санга. И потом он уже не смог жить в Варанаси, он решил уехать из Варанаси, как Сарвабхаума Бхаттачарья, он видел Махапрабху. Сарвабхаума Бхаттачарья, он был Майвади, но все же, когда он увидел Махапрабху, он увидел, что это проявление такого их божественных качеств, это очень редко в этом человеческом обществе. Я не видел никогда этого. Он сам брихаспати, он знал все шастры, но смотрите, бхакти он не смог обрести. Сарвабхаума Бхаттачарья был Майвади, но когда Махапрабху упал в экстазе,
в храме Джаганатха, то он, все панды хотели его избить и выкинуть, но Сампрабху Бхаттачарья сказал, что остановитесь, посмотрите, насколько он великолепен во всем этом мире. Таких признаков экстаза на его теле невозможно, чтобы кто-то обрел их. Смотрите, он знал Писание, и поэтому знал вот, все признаки такого божественного экстаза. И он заметил это на теле Махапрабху, и поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья, он получил милость Махапрабху по желанию. Гопинатха. По милости Гопинатха он обрел бхакти. Гопинатха однажды сказал, что подожди, когда ты поймешь, что такое бхакти. А Сарвабхаума Бхаттачарья, он начал возмущаться, как это он Верховный Господь. И Гопинатха ему сказал, что подожди, ты когда-то сам осознаешь, что он Верховный Господь. И вот Махапрабху, он доказал, что действительно так. И вот Махапрабху благословил его, и так и случилось. Но смотрите, он был майвади, но у него была возможность увидеть чистого вайшнава. И как хотя он видел его буквально какую-то часть секунды, когда тот проходил мимо его двери, но этого времени было более чем достаточно, чтобы обрести бхакти, и он не смог дальше жить в Варанаси, и он решил отправиться в Навадвипу. И вот потом он, когда пришел в Навадвипу, он принял омовение в Ганге, это особая Ганга, она сам прикоснулась к Махапрабху, и это Навадвип Ганга, она может даровать нам прямо это особое. Вот таким образом. Он спрашивал, где найти чистых вайшнавов. Ему сказали, что идите на Гадруму, на той стороне реки вы встретите Парамахамса Бабаджи Махараджа. И вот он пошел туда, и он зашел в ту кунджу, где они жили, и он увидел Бабаджи Махараджа, который повторял харинам и плакал. И он увидел его и принес свой полный распростертый поклон. Его, когда Бабаджи Махарадж открыл глаза, он увидел какой-то саньяси, кланяться ему, начал говорить, о, ты саньяси, зачем ты кланяешься мне, я должен тебе кланяться. И вот они обнялись, и видя вот этого чистого вайшнава, прикоснувшись к нему, его сердце очистилось, и он получил от Бабаджи Махараджа харинам и махаманту. И харинам он получил, он был учеником Нарисимхананды Брамачари. И вот там в Нарисимхапале есть пещера, но там сейчас не пускают. И вот там, где готовят на кухне, где готовят параману, там есть пещера. И вот, но туда сейчас никого не пускают. И вот там этот Нарисимхананда Брамачари, он свой баджан совершал. И вот этот Бабаджи Махарадж был учеником Нарисимхананды Брамачари, и этот майвади, он получил имя Вайшнавадаса, он уже знал всю Сиддханту, и сейчас еще получил милость этого Бабаджи Махараджа. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он описывает, спустя долгое время, он все вайшнавское общество, они решили, что если кто-то приходит спорить с нами, то вот обязанность вайшнавадаса, он должен отвечать на все их нападки.
So they took decision. Anybody coming for fighting, then they put Vaishnavdha sitting with Bandana, Vaishnav Charan, Guru Charan, they used to answer very politely. Not only that, и не только это, что великий один великий Майявади, знаменитый Майявади. И вот этот Мадхусудан Сарасвати, он из Бангладеши, из Фаридпура происходил, он один из самых знаменитых Майявади в Варанаси. Он был один из лучших Майявади. Он написал книгу Адвайта Сидхи, вот такая больше, чем Махабарата. Если вы знаете санскрит, очень такая, даже сегодня все очень уважают этого Мадхусудана Сарасвати, но что случилось в дальнейшем с ним? Он принял решение посетить Навадвипу, он принял омовение в Ганге и начал плакать. Но он достиг Адвайта Сиддхи. Dvaita Siddhi also. Dvaita Siddhi means, and Dvaita Siddhi you cannot prove, you want to prove Dvaita Siddhi, but you cannot stand. You want to prove now Dvaita Siddhi, you want to break Dvaita Siddhi, but you cannot stand with your philosophy. It's all false. One by one, if you go on discussing about Vedanta Sutta, I can prove and, you know, break into powder Dvaita Siddhi. But he is great Pandit in their line. И вот этот Мадхусудан Сарасвати пришел в Навадвипу, чтобы обрести милость с Чайтанья Махапрабху. Он принял омовение в Ганге. И вот и также Вишну, рядом с станцией Вишнупри сейчас. Там есть Виграха танцующего Махапрабху, и как Махапрабху танцует, я могу рассказать какой-то Смарта Пандит, отец и сын. Они были оба великими пандитами, и однажды они получили милость Махапрабху как-то, хотя они в бхакти не верили до этого. И Гуранга Махапрабху пришел к ним во сне и сказал: «Вставайте, сделайте мурти в мою честь». Махапрабху сказал вот в... Вот и с утра они проснулись и были очень удивлены, что они не верили в бхакти, но откуда такая милость, и они пошли к этому плотнику. Они сказали, что Махапрабху вот сделал, просил нас, чтобы ты сделал образ Махапрабху танцующего, и вот он сказал, как я могу сделать, я тут со столами, стульями занимаюсь, а божество никогда не делал, но они настояли, и вот, в общем, этот плотник сделал. Ну, этот, смотрите, этот материальный был пандит-материалист, но по милости Махапрабху он смог такое сделать, и вот, а еще тут этот... Майявади написал Адвайта Сиддхи книгу. Потом еще следующий был Гопинат Дилит в Варанаси. Гопинат Дилит.
И вот он тоже был очень знаменитым пандитом, и вот он говорил, что сам Вишванат. И вот говорили, что он сам само олицетворение Вишванатха. Он мог ответить на любой вопрос. He used to stay in Varanasi, also took, but actually he is having bhakti, writing so many things about. Anyway, so this is the case. After that, he changed. И потом его сердце, оно изменилось. Он написал книгу Бхакти Расаяна. Before that, he compiled one nice book, is Bhakti Rasayana. And the slok I already told on one slok, you know. Это слог, от которого я говорил. Это шлок им написано, когда у него было, когда он обрел бхакти. И ученики спрашивали его: «О, Гурудев, вы всю жизнь давали нам такие советы, но перед оставлением своего тела они просили, чтобы он дал им последнее наставление, что им делать». И вот он произнес эту шлоку. Я думаю, что бхакти – это наивысшее, нет ничего лучше. Хотя всю жизнь он говорил о майваде, но впоследствии говорил о бхакти, как Шанкарачарья, он им распространял майваду всю жизнь, но в конце жизни написал эту поэму. Он вот в этой шлоке говорит, что изучение санскрита, оно не поможет вам, а нужно обрести бхакти. Шанкарачарья, он также говорил так. Шанкарачарья, он также описывал красоту Господа, его лилы перед, в конце своей жизни, но его последователи, они прилипли к майяваде и не хотят ее оставлять. И вот здесь, что я хочу сказать. Почему говорится, что причина, вот об этой причине и следствии, что нужно сначала о причине рассказать, а потом о следствии, а здесь наоборот, чтобы показать нам, что нет промежутка между этим. И вот Вайшнавадас, он стал великим Вайшнавом, не только это, он также обрел Сидасвару Паричай от Бабаджи Махараджа. Однажды Бабаджи Махарадж около 4 утра, он был в такой медитации и сказал ему, что ты должен быть очень внимателен, но Рада Говинда Севи, твое имя вот такое-такое. И он, что говорить, он обрел даже наивысшее в Гауди Баджане, он был, стал великим вайшнавом. И вот Лава Матра Саду Санга, это одна секунда, разделенная на 11 частей этого времени, более чем достаточно, чем для того, чтобы благодаря Саду Санге обрести милости, которой будет достаточно, чтобы достичь той божественной обители. И Шрила Бхакти вот так описывает, что здесь сарва ситхи значит према, любовь к Господу. Что такое сарва ситхи? Сарва ситхи значит все, что нет,
все, даже Кришна, право можно обрести благодаря саду санги. Кришна бхакти, которую практически невозможно обрести в этом мире, даже это можно обрести. И вот сейчас я вернусь к этой шлоке, чтобы ее объяснить. Почему здесь именно так составлена эта шлока? Для того, чтобы показать, что нет промежутка, какой-то паузы. Как только мы обретаем саду сангу, так и наша материальная обусловленность, она уходит сразу же. И поэтому, чтобы показать нам, что практически нет никакого промежутка, это так, и вот суть в том, что мы видим, что бхакти, оно доступно через какого-то преданного, у которого есть эта преданность, и вот Джива Госвами Пад, он говорит, что это подобно какой-то заразной болезни према рога. Бхакти, оно также заразно. Если бхакти есть у нас Гурудева, и тогда, если вы по-настоящему предались ему, то это бхакти, оно появится в нашем сердце. Но мы не всегда можем получить связь с Верховным Господом. А почему, если он может сделать все, почему он не может обрести связь с обусловленными душами? Джива Госвами Пад говорит, что это невозможно, поскольку Кришна — это Чит-Сурья. Кришна, он подобен Солнцу. И вот если мы спросим у Солнца здесь, и вот если мы спросим у Солнца, значит ли это что-то о тьме? Солнце не знает ничего о тьме. Когда Солнце было сотворено, с тех пор Солнце никогда не было никакого представления о тьме у него. Солнце, оно полно света и не может нам сказать ничего о тьме. И также Джива Госвами Пад говорит, что тот Кришна, Верховный Господь, который подобен такому духовному солнцу, он полон шуда, сад, бхавы, он полон премы, и он не может никак соприкоснуться с обусловленными душами, которые всегда страдают от тех или иных действий. У них нет прямой связи с Кришной, поскольку Майя, значит, тьма, Майя не может прийти к Кришне, и Кришна, он не может получить представление о том, что такое страдание, но Кришна оставляет за свое право через преданных, он может узнавать об этом. Прямо у Кришны, нельзя достичь Кришны, но через его преданных можно это сделать. У Кришны нет представления о тех, кто находится в Майе. Этот мир, он нестабилен. И вот я в тот день говорил, что смотреть одинаково на наслаждение и страдание, это зовется Вайкунтха Даршанам. Если мы беспристрастны, то тогда у нас есть такое видение. И вот в этой шлоке говорится, что все указывает на Кришну. Вот эти все санскритские падежи, в итоге они указывают на Кришну, а в Веданта Сутре один ответ. You are foolish number one. It is a Janmada Sayato. It is written in this flow. They can go back with blank face.
They can go back. They cannot stand with Advaita. They want to prove. Вот майявади хотят доказать, что Господь безличен, но это не так. Кришна, Он всегда наслаждается на Голока Вриндаване, у них нет возможности как-то соприкоснуться с Майей, но Путана, как она может... Путана, как она... пришла к Балгопалу. Это особый случай, чтобы так насытить эту лилу. Но смотрите, обусловленные души, они в Майе находятся. Майя значит тьма. И Кришна поэтому не может. Узнать, что здесь происходит, но он оставляет за собой право узнавать это через чистых преданных. Он посылает своих преданных в материальный мир, и те, соответственно, помогают нам спастись. Anugrahayeho charantinunam bhutani bhavyani janadanasya. This shloka. Nunam nishkitameva. That is a definitely for this reason. Krishna arranged, sent Balaji from Balaram. Countless samus is coming. At first not countless, but samus coming. Durga Nivaras. There is a system. И вот так Кришна посылает садду на эту землю, чтобы они спасли нас. И вот те, кто обретают милость Нитянанды и Баларама, они не могут сомневаться в этой чистой сиддханте. И вот другой вопрос возникает, что Кришна, говорится, что Кришна не может обрести связь с какими-то обусловленными душами, но есть особый случай вот с Путаной, например, но вопрос в чем? Кришна, Он находится в Шудасатве, и их преданные Кришны тоже. И как преданные могут видеть страдания обусловленных душ? И вот из этого второй вопрос может возникнуть, как эти чистые преданные, как, хотя они подобны Кришне и находятся в Шудасатве, гуне и полные бхакти, как они соприкасаются с обусловленными душами. Но Джива Госвами поясняет, что они не прямо соприкасаются с этими чистыми преданными, а подобно тому, как сегодня во сне мы увидели что-то. You saw, and when you get up, if you, I saw this dream, it's so painful. So what is kripa? What is doya? И что такое милость? Крипа и доя. В чем разница? What is the major difference between kripa? В чем главная разница между этими крипа и доей? Мы должны понять это. Крипа значит, видя наше плачевное состояние или что-то, плачевное состояние, наше сердце, оно жалеет этого человека. Это крипа называется. Когда мы видим какое-то плачевное состояние чьё-то, то наше сердце, оно жалеет такого человека. Папаш, это крипа называется. А когда мы что-то хорошее делаем для такого человека, это доя называется. И вот Джива Госвами Пад говорит, чистые преданные, они полны любви к Кришне.
у них тоже особой возможности нету как-то контактировать с теми страдающими обусловленными душами, но Джива Госвами Пад говорит, подобно тому, как во сне что-то случается, мы просыпаемся и вспоминаем то, что нам приснилось, какой-то опыт этого плачевного сна. И таким образом преданные могут оказать милость, а не так, что преданные они опускаются на уровень этих обусловленных душ, и это они не делают так. И вот когда Шрила Прабхупад говорил, что ну, то есть мы должны пытаться подняться на уровень саду, а не пытаться опуститься на свой уровень. Я слышал от Гуру Махараджа и других великих преданных, даже в поезде, когда Шрила Пури Госвами начали Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Ехали, я слышал от ученика Шрилы Прабхупады, он в Пури был, да, Кришна Кешава Прабху. И вот он сидел в и вот он сидел там в каком-то углу, и все преданные ходили и кланялись ему. И вот он рассказывал, что когда он ездил вместе с Шрилой Пури Махараджем и Шрилой Мадхава Госвами Махараджем, они все равно все принципы чистоты поддерживали там, совершали киртан во время этой поездке, и кто-то даже хотел, однажды хотели накормить Шрилу Мадхава Госвами Махараджа, но он условие поставил, что накормить ее не можете, но то, что вы готовите, есть я не буду, вы можете дать сырые продукты, не готовленные, а мои брамачари это приготовят, предложат Господу, и тогда я смогу это принять. И вот такой принцип был у Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, его характер был великолепен. Однажды какой-то брамачари пришел, приехал в Калькутту без этого, и как его, информирования. И вот спросили, зачем он приехал, этот брамачари. Не смог объяснить, зачем он приехал, и Мадхава Госвами Махарадж его назад отправил. Хотя уже 10 вечера было. И вот он сказал, что нужно следовать всем правилам и предписаниям мат. Что такое мат? В матхе он для того, чтобы показать нам идеализм. Да, по милости Гуру Вайшнава можно открыть какую-то матху, а по своему желанию мы не сможем ничего сделать. И вот если матха есть, то мы должны следовать идеализму в этом матхе. Иначе кто будет следовать, если мы сами не следуем? И вот Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинода Тхакур, они говорили, что мы не должны стремиться открывать какие-то храмы, поскольку одни проблемы из этого последуют. Кто будет там жить идеальной жизнью, чтобы являть пример другим? И таким образом, возвращаясь назад, и говорю о том, что как это возможно. Что те преданные, чистые преданные, how it is possible that the pure devotees, they can get the scope to know their sufferings? Они знают о страданиях живых существ. И вот Джива Госвами говорит, такова процедура, через которую все чистые преданные, они
узнают о страданиях, об условиях душ, они молятся Кришне. О их благе. И вот такова система. Они, сам Кришна узнает через своих преданных. И вот саду, у них есть такое качество, как... И вот как только мы обретаем, мы встречаемся с саду, мы сможем обрести Кришну. So actually, we can see those pure devotees, if they are speaking anything, will keep a Baba speaking, suppose you are going to get the full kripa of pure devotees. Шрила Прабхупад говорит, например, мы получаем мы милость чистого Вайшнава, но будьте уверены, что вы получаете милость Кришны вместе с этим. Если вы обрели милость крипу чистого Вайшнава, то будьте уверены, вы также обрели полную милость Кришны. Нет никакого сомнения в этом. Иногда Шрила Прабхупад говорит, Dharma Dhajiganer, Dharma Acharan, Baddha Jibke, Aro Adhiko, Baddha Dasai Laiya Jai. But you understand me, Mali? Dharma Dhajiganer, Dharma Acharan, Baddha Jibke, Aro Adhiko, Taro, Baddha Dasai Laiya Jai. What do you mean? Dharma Dhaji, what do you mean Dharma Dhaji? Those are putting flag of Dharma. Not actually doing Bhagavad Dasana. Not following Bhagavad and Bhakti Mishra. They are not ever blowing, they are putting the flag. You see? Baba speaking. Those Dharmadhaji gone, those who are putting, they are going to put flag of Dharma, not actually blowing. Their efficacy and acharan can take you to more darkness. Now you are in okay. When you come from foreign country, I went to receive you. You can remember your mother, Victor, all. They know they are not going to confess. All foreign devotees coming previously. They are first they hear from me Hari Katha in Gali. Вот раньше по указанию нашего Гурудева Бабаджи Марасана у него служение было встречать преданных в аэропорту, которые приезжали в Индию и вести их в Мадх. И вот a newcomer, you know. So this way actually you will have to understand this point. If you misunderstand, then you can argue. So I will have to follow the all that. You can say Madhava Goswami Maharaj or Bhakti Gaurav Puri Goswami, Kesava Goswami, this much you can say. Not that you can say the Madhava Goswami Maharaj has no system, he don't know how to mix. No. It's not the system. Vilyamisha doesn't mean that Bhakti Gaurav Puri Goswami Maharaj have to lose all his etiquette, everything and come in the level of all. Not that. I already explained that. They are misinterpreting. Always explaining wrongly. So now I like to prove those who are great devotees, they have their oneness. Oneness, you know? Those great devotees, they have their oneness. Oneness, ekota. I can give one by one. У них есть некая исключительность. Mahapurush. I don't know how I get the chance и to take shelter. Я не знаю, по чьей милости мне выпала возможность принять прибежище у такого великого Вайшнава. И вот один за одним я говорю в Калне, в храме Калны. Гуру Махарадж, он совершал все служение, никого не было, никаких преданных, он сам делал все. И иногда он что-то готовил. И он поклонился божествам также, но так как поклонялся Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, это было что-то уникальное. Если он клонился Кришне в пожилом возрасте, то будете плакать, видя, как он это делал.
он был с таким великим вдохновением, поклонился Господу. У него была огромная любовь к Гопинатху. И если кто-либо приходил, Махарадж говорил, что нужно прасад принять, а вы что будете есть? Я говорю, ну у меня там с печенью плохо, я попощусь. И вот так случалось. И вот он закончил свое поклонение, и он вспомнил, что какое-то есть другое имя этого Ананта Васудева. На Галука Вриндаване другое имя. Вот он забыл и думал, какое имя этого Ананта Васудева другое. И тем временем он думал, и вот пришла какая-то пожилая женщина и сказала «Джай», и сказала это имя. Как-то Голока Бихари или как-то так. И Гуру Махарадж пришел и сказал, вот это имя я пытался вспомнить, она откуда знает. Ну, пришел и... Но когда он вышел из алтарной, то увидел, что никого не было. Он хотел спросить, откуда, но знал это имя этого божества. Но не было ее уже. И много раз такие чудеса случались. Однажды Сати Говинда Махарадж, он был учеником Шрилы Прабхупады. И в то время Сатья Говинда Махарадж в пожилом возрасте, ему 82 года было, он пришел к моему Гуру Махараджу после арати, поклонился и сказал: «О, Гуру Бхай, почему так рано пришел?» И он сказал, что Радхарани пришла ко мне во сне, и что я еще не принял саньясу, и вот надо от Шрилы Пури Махараджа саньясу получить. И он сказал, что Радхарани явилась ко мне во сне, отчитала меня, и я вот пришел к вам, чтобы принять саньясу. Гуру Махарадж засмеялся, сказал, что да, я могу дать вам саньясу, и так много раз случилось. А та чистота, которая, уровень, который поддерживал Гуру Махарадж, это не шутки. И какой-то пожилой брахмачари рассказывал, что после того, как Шрила Пури Махарадж был настоятелем йога-питха, мы видели, что если он шел хотя бы по-маленькому в туалет, он наполовину омывался, как минимум. И вот он так переодевался в гамчу, ходил по-маленькому, потом в этой гамче омывался наполовину, как минимум, потом опять переодевался, совершал ачаман, и только после этого занимался своим служением. И вот однажды, он был в Гаяшпуре, около Кальяни, место такое. И вот и там божество одно, Мадана Махан, и этот Мадана Махан, он пришел с Бангладеша. И в то время Гуру Махарадж, он был там где-то в той области. И Мадана Махан, он тоже был где-то там, и потом в это место, около Кальяни, Гаишпур пришел. И и это божество залезло на пальмовое дерево, чтобы за,
выпить этого сока с этого пальмового дерева. И на этом пальмовом дереве колючки, вот он, когда это божество убегало от садовника, то порвало одежду свою. И вот с тех пор это божество с такой порванной одеждой. И вот это... И поцарапалось этим деревом, и вот Гуру Махарадж сложил тому, этому Мадан Махану. И вот никого не было, однажды Гуру Махарадж, он закончил свою вечернюю арати, предложил подношение, ночную арати начал и вышел и принял немного молока и пытался уснуть, но уснуть не получалось, было холодно. И вот во сне Мадан Махана пришел к нему и сказал, что ты забыл укрыть меня одеялом. Я вот страдаю тут от холода. И Шрила Пури Махарадж, он проснулся, принял омовение, и извинился и накрыл Господа одеялом. И вот он попросил прощения и пошел спать дальше, и уже он быстро уснул. И вот однажды я был с Гуру Махараджем утром после арати. Может, зима была, около 5 часов арати было. И вот он был, Бабаджи Махарадж был с Гуру Махараджем, и вот он говорил, мое сердце, оно горит, что случилось, нужно доктора позвать. Только час назад хорошо было Гуру Махараджу, сейчас нет. А Гурудев, он говорил, что сердце его горит, и в то время мы в 6 утра узнали, что в Калькутте Пуджари был неуклюжим очень, и Парадип, который был в алтаре, он упал и зажег одежду Гирираджа. И вот эта одежда горела на Гирираджа. И вот сказали, что Гуру Махараджу, что случилось, что нам делать от такой сава-аппаратхи. Мы сказали, Гуру Махараджу начал плакать, как ребенок. Он сказал, что будет поститься, что мы Яшодананда Гопал, Яшода так заботится о Гопале. А мы столько глупы, что не можем поклоняться должным образом, что сожгли одежду на Гопале. И так его сердце горело, вот, и Абхишек совершили, потом ги предложили. Гуру Махарадж 2 дня постился и плакал. Перед Гирираджем просил прощения у него. Вот их, то есть, и так вот, когда горела одежда на этом Гирирадже, то сердце Гурудева тоже горело, и много раз так случалось. Однажды один брамачари около 3 часов ночи занимался какой-то ерундой. Я не хочу им его называть, и Гуру Махарадж, он возмущался, что кто-то там чем-то недостойным занимался, и и вот потом позвали этого брамачарика, позвали этого преданного, он не смог даже посмотреть в глаза Гуру Махараджа. Another thing, one by one I can speak, after that again I can come to Siddhanta.
Однажды вот Бабаджи Махараджа, он был в Брамачари, еще в шафрановой одежде, его отправили в Калькутту на какое-то служение и купить 10 билетов на самолет по дороге. И вот он поехал. Билетов. Билетов не было на тот. В общем, билетов не было на когда надо. Ну, там для каких-то преданных с Америки надо было купить билеты. Он сказал, что билеты я купил, но чуть-чуть позже этот американец начал возмущаться, ругаться, что сказал, что надо отменить, купить любой ценой на то, что надо. Но пришлось отменить те билеты, доплатить и новые перекупить. И вот он вернулся. Two times in Calcutta. I come to Guru Maharaj to they send me to Calcutta. I say without Guru Maharaj's signature they cannot accept. No, no, you go, Prabhu, you go. I go to Calcutta. Today they go. They say without signature. Again I say, well, that is the last way. I say, I'm coming to home. Is it possible? Yes, possible. I run and come. Like mad and get signature, can go, last moment, office going to close. I get this way, that time. Вот, this way I was. Ну, Бабаджи Махарадж был посыльным, его посылали на какие-то такие срочные поручения, и вот. И вот этот американец, в общем, получил свои билеты, поехал в аэропорт, и через час Гуру Махарадж начал говорить, что что-то случилось не то. Как я, что случилось? Ну, что-то случилось, я чувствую. И выяснилось, что этот Рамдас в Америку попал. Водитель, он на водителе погиб в аварии, сам Рамдас чуть-чуть не погиб. А его этот брат его брат тоже чуть не погиб. И вот потом Бабаджи думал, это по воле Гуру Махараджа случилось, что я купил билет не на тот рейс, а на другой. А в итоге они настояли, чтобы я поменял на тот, который они хотели, в итоге, ну, на завтра, который был. В итоге в аварию попали. В итоге этот человек в госпиталь попал, там операцию на мозг ему сделали и прочее. Пришлось ему долгое время так по больницам лежать. И вот так, если знать все эти истории жизни Шрилы Гуру Махараджа, много чудесных случаев приключалось. И Гуру Махарадж никогда не хотел принимать никаких учеников. Каждую секунду, часть секунды Гуру Махарадж, он произносил именно Шрилу Прабхупаду, он говорил, что Шрила Прабхупада говорил, то делал, то он всегда, каждое дыхание вспоминал имя Шрилы Прабхупады. Насколько он был един, тождественен со Шрилой Прабхупадой, Мадан Маханом, Гопинатхом. И если Гуру Махарадж занимался, например, установлением божеств, то и он, если начинал в 7 утра, то до 5 вечера Шрила Пури Махарадж ничего не ел, он занимался вот арчаной. Каждый месяц, как минимум, там, как 10-15 дней приглашали в какой-то храм на установку божеств или еще куда-то.
И вот в Крахпуре Шрути Махарадж тоже его приглашал, там чудачи Крахпура на установку божеств. И прочее. И здесь вот наша матки, например, Шили, все божества не установлены Шили Пури Госвами Махараджем. Что говорить о божествах, даже Снаньятра в Чагде. Гуру Махарадж смотрел на Джаганатха и плакал. Если вы видели, как Гуру Махарадж кланялся, он в том не мог встать после этого. Он плакал и смотрел на Гопинатха или Джаганатха и плакал. Я не могу забыть это, хотя я бессердечный, у меня нету бхакти, но я помню эти все случаи с его жизни. И вот так он совершал абхишек Джаганатху и всем божествам. Он никогда не хотел принимать никаких учеников. Он говорил, что я недостойный ученик, как я могу принимать каких-то учеников. Но потом он по указанию Шрилы Шанты Госвами Махараджа он начал давать посвящение. И после этого Гуру Махарадж решил, что он сказал, кому-то сказал, чтобы смотрели. Ну что, ну потом назначил кого-то ответственным за то, что чтобы проверяли как следует кандидатов на получение дикши и саньяса, что он сам не может этим заниматься, он будет больше харинама повторять. И и вот так в пожилом возрасте Шрила Пури Махарадж начал давать посвящение, потом построили вот этот храм в Гопинатгаде Мат, землю купили под него. И мы видели Гуру Махарадж, он, как он проповедовал, он не ездил ни в Америку, ни во Францию, ни в Италию, никуда, он сидел на своей кровати и оттуда проповедовал сейчас, если все сейчас во всем мире знают о славе Шрилы Пури Госвами Махараджа. И он говорил мне, что если я буду совершать баджан, то проповедь, она автоматически произойдет. Не нужно думать о каких-то невечных вещах. Если ты будешь совершать настоящий баджан, то ты увидишь, что проповедь автоматически случится, и тебе не нужно никуда ездить. Гуру Махарадж привел пример, что цветы, например, какие-то розы или жасмин или еще что-то, они расцветают, как мы узнаем о них по их запаху, по их аромату. И вот Гуру Махарадж приводил такой пример, если такие лотосы, жасмины или розы расцветают в нашем саду, то пчел не нужно приглашать. Эти пчелы, они сами автоматически прилетают. И если мы совершаем настоящие баджаны, кто-то может нас не понять правильно, но настоящая проповедь, она произойдет автоматически. Мы должны говорить Харикатху то, что мы осознали из своего баджана. Гуру Махарадж, вот Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж, он говорил мне так. И вот, вот первый вопрос, который Мадангапал спросил Бабаджи Махараджа,
Когда мы повторяем Харинам, о чем нужно думать, я сказал, что Прабхупада Падма, он это трансцендентный прозрачный медиум, через который мы можем видеть Галоку и все остальное, и мы должны думать о лотосных стопах Шрилы Бхакти Валабхи Тирта Госвами Махараджа. И перед тем, как оставить свое тело, Махарадж пришел ко мне во сне буквально за несколько дней. Махарадж говорил Харикатху на Радакунде, и потом он, я сказал, что Махарадж пришел ко мне во сне, и я думал, что он оставит свое тело вот, в ближайшие дни, и это был факт. И тогда я вернулся сюда, встретился с... Мне сказал, что там один саньяси, он повторяет какую-то мантру, которая препятствует уходу Гуру Махараджа из тела. Он же собрался уходить, но вот ему мешают. Я попросил, чтобы этого Махараджа остановили. И нечто подобное со мной случилось. Вот, когда я... И потом, когда Махарадж остановили повторение этой мантры, то Гуру Махарадж через несколько часов он ушел. И вот так же Шрила Пури Госвами Махарадж, когда он являл лилу болезненную, он был в полном сознании, когда он даже был в больнице, он совершал киртан. И воспевал Харинам, и эти медсестры были очень удивлены. Что он джапа повторял, несмотря на то, что был практически без сознания. Ну, физически имеется в виду. Но когда Гуру Махарадж пришел в сознание, он увидел, что какая-то женщина к нему прикасается. Ну, это медсестра, и он сказал, что всю жизнь никакая женщина ко мне не прикасалась, а вот сейчас в таком возрасте. И вот эти медсестры были очень вдохновлены, что увидели такую великую личность. И вот потом Гуру Махарадж был в коме какое-то время. И Говинда Бабу, некий Говинда Бабу, у него была квартира большая рядом с этим госпиталем, где был Гуру Махарадж на Камак-стрите. И вот туда Гуру Махараджа перевезли, не позволяли никому зайти. И Санта Госвами Махарадж однажды пришел, чтобы получить даршан Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Он говорил, что он Шикшагуру. Когда я был дома, он Бод Махарадж, вот он, они привели меня в Гаудиамат. И после этого Гуру Махараджа поместили в реанимацию, и никого не пускали, поскольку у людей может быть такое пракрита даршан, если мы можем что-то подумать не то, поэтому никого не пускали. И как Шрила Санта Госвами Махарадж пришел, его пустили, и и вот он пришел и сказал, что вас Шанта пришел, можете ли вы даровать свой даршан? И Гуру Махарадж открыл глаза и посмотрел на него, и тогда я понял, что у них есть такая связь между ними, а мы
думаем, что Гуру Махарадж в коме. И вот когда Шрила Шанта Госвами Махарадж пришел, Шрила Пури Махарадж, он сразу пришел в сознание. То есть он все знал, кто приходит. И вот я в то время не мог понять, что происходит. Гуру Махарадж, как лилу он являл. И Гуру Махарадж, он всю свою жизнь, однажды только пневмонии болел во время Радхаятры, ему 88 где-то, и потом вот эта болезнь, и всю остальную жизнь ничем не болел. И вот Гуру Махарадж, он его в госпиталь опять перевезли на обследование, и один из преданных, там в храме никого не было в то время, и Бабаджи Махарадж занимался арчана, и вот меня попросили. И вот Бабаджи Махарадж уже принял этот Бабаджи Веш тогда, и вот он занимался арчаной в храме, и какой-то саньяси попросил, чтобы Туласи лотосным стопам Нрисимхадева предложили, чтобы Гуру Махарадж долго жил. И вот, I'm doing Achaman in Manasi Ganga and start for you are to keep Srila Bhakti Varamayasi chapter. И вот также Бабаджи Махарадж, он совершал такой обет, тоже взял для Шрилы Бхакти Валахи Тирти Госвами Махараджа. Это еще, по-моему, во втором году было, или как давно достаточно, когда вот здоровье у Гурудева ухудшилось. И вот, и потом, когда для Шрилы Пури Госвами Махараджа и предлагали Туласи для того, чтобы он жил подольше, а тут голос услышал, что чем вы занимаетесь, зачем вы, для кого вы хотите оставить Шрилу Пури Махараджа в этом мире. И тогда я понял, что этого делать не надо, и я сказал тому саньяси, что не нужно этого делать, я думаю, пускай случится так, как должно случиться. Я чувствую, что Гурудев хочет уйти. И вот я перестал предлагать Туласи, и через какое-то время мне было тяжело. Я думал, куда же идти, что делать, как жить дальше. И я пошел к Шиле Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа, по крайней мере, и вот он всегда приглашал меня к себе в Матху. Говорил, что это ваш Матху Гуру Махарадж жил здесь, у нас ваш Гуру Махарадж жил долгое время, это ваш Матху. 36 лет ваш Гурудев жил здесь, и вы тоже живете. И вот Бабаджи Махарадж совершал чураси эту парикраму в Раджамандала, и когда после Белавана, последний день парикрамы, мы пришли, и я повторил Харинам наверху, вам Шрила Бхакти Валабха Тирти Госвами Махарадж снизу в своей комнате, и внезапно утром, 4 утра, я не мог ожидать, я о них повторял, и какой-то преданный пришел и сказал, что Гуру Махарадж зовет вас. Что случилось? Я пошел туда. Я пришел к нему, и я зашел в эту комнату, и он Шрила Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махарадж сказал мне присесть, и я поклонился ему, сел, и он не сказал прямо, он сказал, что жизнь не вечна, и я также потерял моего Гурудева, что вы хотите сказать? И вот он сказал какую-то сиддханту и сказал, что вашего Гурудева больше нет. И я поклонился ему и побежал. Мне не было денег, ничего, был какой-то мешок со мной, и я побежал на Матхуру, и в Матхуру.
сел на какой-то поезд, и вот тот контролер пришел, Махарадж сказал, что ему любой ценой надо ехать, тоже в Гурдев ушел этот билетер, он всех штрафовал, выгонял без билетов, а Бабаджи Махараджа оставил, и в тот день поезд ехал раньше, чем надо, на Калке мыли, ехал Махарадж, и вот этот поезд приехал раньше, чем надо. И вот на Бардамане Махарадж сел на автобус, доехал до Майяпура и пришел, зашел в Шив Мандира, оставил там свою одежду. Потом пошел принять омовение в Ганге, принял омовение, пришел, переоделся и пошел в храм. И вот и в этот момент как раз Гуру Махарадж, тело Гуру Махараджа, только машина подъехала, спросил, что там дама. И вот так или иначе, поскольку Шрила Бхакти Валабхатхирта Госвами Махарадж был там, чтобы поддержать меня, Бхарати Махарадж был там, Бхарати Махарадж самолетом прилетел, но опоздал. А вот Бхарати Махарадж на поезде без билета, это быстрее приехал, чем другие на самолетах. И вот когда Бхарати Махарадж приехал, самадхи уже, церемония завершилась, все, разошлись. И вот Бабаджи Махарадж сидел в том самадхи и думал, и вот он сидел так и думал, никого не было, все разошлись по своим делам. И я сидел в медитации и думал, что уже будет. И в тот день в итоге 2:30 или около 3 часов от Махараджа принял прасад с тарелки Гурудева в тот день. Тарелку с прасадом, которая предлагалась Шрила Пури Госвами Махараджа, ему отдали Бабаджи Махараджа, и вот он сидел там. И в тот день обычный просад был, но и вот он ел просад, как Бабаджи Махарадж принимал просад и чувствовал, как он как будто электрический какой-то. И когда он все доел, я хотел эту банановый лист еще доесть. Настолько прекрасный просад был. И я не понимал, что почему это так. И вот таким образом я... И вот Гуру Махарадж ушел, если что, что это значит? Гурудев видит, чем мы занимаемся, и благодаря вдохновению Шрилы Пури Госвами Махараджа, у меня нет права говорить, что это мой Гурудев, это оскорбительно, какое служение я сделал ему за всю свою жизнь, но все же, если он доволен мной, то хорошо, это может быть так. И вот он оставил свое тело, и потом он оставил свое тело вот в Пурниму, 12 с чем-то часов, Пурниму Титхи, это захватило это время его ухода. И вот... И вот во время Раса Пурнимы Кришна Раса началась, и Бабаджи Махарадж был с Шрилой Бхакти Валабхатхиртхи Госвами Махараджи во Вриндаване в то время, когда Шрила Гурудев ушел. И после этого, после 12 раз уже началась Кришна, и Гуру Махарадж оставил свое тело вот, в начало Пурнима. Вот так его день ухода, когда Харидас Такур, он оставил свое тело, то Махапрабху сказал, о, Харидас, он оставил свое тело.
с такой решимостью. Он оставил свое тело, и когда Христос такого решил оставить свое тело, то у меня нет сил оставлять Харидаса с нами. Махапрабху сказал, сегодня я помню то, как Бишма оставил свое тело. Я помню случай с Питамахой Бишмой, как настолько прекрасно он оставил свое тело. И я помню, как сегодня Харидас оставляет свое тело. Я хотел оставить его, но он не хотел жить больше. Он хотел. И Махапрабху, он пришел в предыдущий день и спросил Харидаса, что случилось. И он сказал, что нет, я не могу повторять обетованное число кругов. Махапрабху сказал, что ты, Сидда Махатма, можешь повторять меньше, но Харидас такого сказал, нет, это моя болезнь, то, что я не могу закончить харинам, и преданные пришли с Маха-Маха-Прасадом, то есть то. И вот они принесли Маха-Маха-Прасад, тот Прасад Джаганатха, который принял Махапрабху, потом Сваруп Госвами или еще какие-то возвышенные преданные, потом это принесли Харидас Такуру. А Харидас Такуру сказал, что не могу ничего принять, поскольку обетованное число кругов я ничего не повторил. И Харидас, он взял каплю Прасада, принял, чтобы оказать почтение, и начал повторять харинам. Сказал, что не может его принять, не имеет права, поскольку не закончил обетованное число кругов. И потом Махапрабху пришел к нему и сказал: «О, Прабху, я думаю, что ты оставишь этот мир». Махапрабху засмеялся. И Харидас Такуру сказал, а я не хочу видеть эту лилу. Я думаю, что ты скоро оставишь этот мир, но я не хочу видеть эту лилу. Если ты любишь меня, то, пожалуйста, сделай так, чтобы я ушел перед твоим уходом. И тогда Харидас попросил Махапрабху, когда он будет умирать, я хочу держать твои лотосные стопы на своей груди и видеть твое прекрасное лицо. Если ты исполнишь мое желание, я буду очень счастлив оставить тело таким образом. И Махапрабху, он ушел и пришел через какое-то время. Махапрабху знал, что сейчас он оставляет свое тело, он положил свои лотосные стопы к нему на грудь, и Харидас Такуру произнес о Шри Кришна Чайтанья. И вот так он, Харидас Такуру, он оставил свое тело. И Шрила Пурагасвами Махарадж также оставил свое тело, и куда дальше идти, я не знал. Но перед тем, как оставлением своего тела, Шрила Пурагасвами Махарадж сказал, что могу пойти к Шриле Бхакти Валабхитирте Гасвами Махараджу или Бхарати Махараджу. И перед тем, как оставить свое тело, Гуру Махарадж дал мне много наставлений, и перед буквально за вот столетие его, вот когда отмечали столетие явления Гуру Махараджа, Бабаджи Махарадж был редактором. Редактора вот журнала, который издавался в Гопинатхе, Гаудиамадхе, переводили на английский бенгали, и но надо было переводить, надо было переводить
с английского на бенгали, наоборот, если кто-то не совпадал язык, и вот они вот с Америки, это Рамдас звонили в читание Годимат, звали Ресикеша Махараджа, чтобы позвали Бабаджи Махараджа, спрашивали, где. Где этот перевод? А я говорю, что тут не Америка, а тут Индия. И сейчас тут полночь, время займет ее, что делаю уже. Махарадж в то время тиф или малярию подцепил где-то, было тяжело достаточно, и вот он так. Все равно надо было ездить туда-сюда, с типографией, матка, типографию. Еще ночью просят, еще это 20 лет назад было. И вот потом, когда все это отправил, уже Бабаджи Махарадж уже просто лежал в постели, не мог ничего больше делать из-за малярии. И вот и вот потом Бабаджи Махараджа купили билет, и он поехал на вот столетие своего Гурудева, но Бабаджи Махарадж не мог участвовать, просто где-то издалека смотрел. И в то время он видел умонастроение Шилы Гурупадпадмы, насколько он был смиренен. Преданные с Искона пришли. И вот так Бабаджи Махарадж 20 дней болел малярией без лекарства, потом Ришикеш Махарадж настоял, чтобы он начал лечиться. И потом Гуру Махарадж говорил Харикату, сначала Пушпанджали предложили, потом Гуру Махарадж говорил Харикатху. The Guru was saying, why they are Swiss? Cannot look. Looking down, even cannot. Arati going on, looking down. So silence. И Гуру Махарадж очень стеснялся, когда ему предлагали цветы на столетие, день его явления, он был очень смирен. Смирен, если у нас будет такое смирение, как у Шрилы Пури Госвами Махараджа, то тогда, несомненно, мы сможем достичь Голоки. И вот кто-то говорит, что я ученик Шрилы Кешава Госвами Махараджа, а не Шрилы Пури Госвами Махараджа, поскольку иногда вот Бабаджи Махарадж иногда жесткие слова использует или как-то жестко говорит. И вот Гуру Махарадж так даровал мне свою милость, и в тот день, когда он дал мне саньяса вешу, Гуру Махарадж, он шутил со мной, как друг. Не было никого. В то время это во время Картика было, в Раса Пурнима. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж дал Бабаджи Веши, Бабаджи Махараджа. Это было в Пури, и вот там Махарадж всю ночь повторял Харинам, можно было видеть с того места Чакру Джаганатха, храм Джаганатха, и вот Бабаджи Махарадж весь день, всю ночь не спал.
повторял харинам на эту раса Пурнима. И потом после арати Гуру Махарадж сказал, что в последнюю ночь я не спал, а почему? Я думал о твоей будущей жизни. И вот Бабаджи Махарадж тоже не спал всю ночь, харинам повторял, и Гуру Махарадж тоже говорил, что я не спал, думал о твоей будущей жизни. И сказал, что иди переоденься. Вот он. И вот так Гуру Махарадж дал вот это Бабаджи веш и объяснил значение всего, дал мантры и прочее. И после того, как я и потом первый человек, а потом он поехал в Калькутту встретиться с Шрила Бхакти Валабхатхиртха Госвами Махараджем, ему неудобно было и первым этим, и Ришикеш Махарадж взял его и повел в комнату к Шриле Бхакти Валабхатхиртха Госвами Махараджа. В то время севаков никаких не было, можно было спокойно прийти. И вот Ришикеш Махарадж пришел и сказал, с чем Кришна пришел к вам. И когда он увидел, то спросил, почему Баба живет, что нужно проповедовать, нужно было саньясу принять. Но я сказал, что проповедовать должны вы, возвышенные преданные. Гурудев сказал, что Кришнадас Бабаджи Махарадж, он жил с нами, он проповедовал, ездил вместе с нами, и Наянананда Баба Сатья Говинда Махарадж, Шанта Махарадж, Бон Баба и все остальные, они все дали мне наставление, чтобы я говорил Харикатху из Шрила Бхакти Валабхатхиртха Госвами Махарадж тоже. И вот таким образом много разных случаев происходило. Однажды кто-то один какой-то махарадж из Говинды Кунды написал какое-то письмо. Махарадж читал его письмо и видел, что там Сиддханта неправильный. Это письмо не стоит печатать. И потом возмущались, почему-то не напечатали их длинное письмо, а они сказали, что там апосиданта было, поэтому его не опубликовали, а не так, как сейчас происходит. Шрила Тиртха Госвами Махарадж, он всегда отстаивал правильную сиддханту, даже во время того, как он являл лилу болезни, вот во время Харикатхи в Пури, там как... Он начал. Вот какая-то проблема возникла. Он три раза попросил прощения у Бхарати Махараджа. Почему? Поскольку Бхарати Махарадж сместили с поста секретаря, поэтому Шрила Тиртха Госвами Махарадж просил прощения у него три раза. Как его причина за этим? Ну, то, что Бхарати Махарадж, захватившие власть, сместили с поста этого секретаря. И they have love. Otherwise, Chittu Mahajan, just Chittu Mahajan, Chittu Mahajan,
И вот потом Бхарати Махарадж, когда ушел из этого мира, Бхарати Махарадж повторил Харинам и думал, что вот этот вот Сагар Махарадж из Удала, он тоже, возможно, скоро уйдет. И действительно так случилось. Что Тирта Госвами Махарадж ушел, потом Бхарати Махарадж ушел через короткое время, а потом еще Бхакти Сундар Сагар Махарадж, он тоже достаточно быстро ушел из этого мира. Ну, Бабаджи Махарадж тогда еще этим тифом заболел. И вот быстро собрались, поехали, и самадхи только закончилась. Ну, поскольку сообщили только в час, но еще туда доехать надо, это далеко достаточно. И вот только мы сразу выехали, и самадхи только закончилась. Итак, все вайшнавы, у них есть связь между вайшнавами и ними. Если какие-то вайшнавы говорят, может быть жестко, но это для нашего блага. Ванчака Пудру Сирипа Синдру Ваша, Падиданан Бхаван Ваша, Бьон Мон.